О, приветствую, дорогие наши подписчики. Ну что, мы также находимся на объекте Матвейкова, мы его так называем. Давно здесь не снимали. Ну, вкратце расскажу, что у нас здесь произошло с момента последнего нашего обзора. Значит, подняли мы второй этаж, сделали крышу. Крыша у нас утепленная, мансардная крыша. Потолки у нас идут по скату там. Потом поднимемся, я вам все покажу, расскажу. После того, как мы утеплили стены наши, вот крепим такую речку. Это временное, чтобы первый ряд камня у нас ложился ровно по горизонту. То, что сейчас вот ребята крепят, это все временное, ну, для того, чтобы держать нагрузку камня на эту рейку. Утепление фасада на доме у нас 100 мм минеральный утеплитель. Плотность 145, то есть довольно-таки плотность хорошая. На гараже 50 мм. Вот, ну, видно слой 50 мм утепления. На доме его не видно, то есть только контур гаража, только он утеплен 50 мм. А вот, значит, эта вот часть, которая внизу видна, утеплитель, это вот это? Это будет тоже камень, но, скорее всего, будет другой расцветкой. Он еще не привезен у нас на объект, поэтому, скорее всего, будет другой расцвет. Наша задача сейчас стены. Вот они начнутся вот отсюда и пойдут до конца. Нам вот установили также, как вы видите, ворота. Вот такой, такая расцветка. Значит, монтированы у нас окна как на первом, так и на втором этаже. Ну, без окон мы бы не смогли дальше продвинуться, потому что у нас отделка уже второго этажа. По сути, все готово. Осталось 4 отлива. Вот на те окна высокие с трапеции. С этой стороны 2 окна имеем и с той стороны. Окна с трапеции, у них сейчас на момент нет отлива. Вот мы заказали отлив, остался только отлив закрепить. Отлив металлический, вот как межэтажного такого, только здесь пошире площадка. Там будет пятерка, то есть поменьше будет. Покрасили, здесь 2 раза было покрашено маслом. Ну, подготовительные работы стен тоже отшкурили первый раз перед покраской, потом покрасили один слой и слегка прошкурили тот слой, чуть-чуть слегка, и покрасили уже вторым слоем маслом. Значит, наличники то же самое. Здесь простые такие вот наличники. Ширина наличника 120 мм. Потолки входных групп, вот здесь они также вот обработаны то же самое маслом. Вот потолок крыльца, навеса перед гаражом, он переходит. И сзади гаража там тоже потолок и стены. Также у нас есть на втором этаже балкон, он открытый балкон. Ну, понятно, что он под единые крыши. Также полностью все покрасили крашено маслом в этот же цвет. У нас камнем отделан дымоход. Ну, это вернее не дымоход, а вентканал. У нас вентканал, потому что дымоход, он будет вот отсюда хорошо, его видно. В плане такого камня и будет наша стена первого этажа с гаражом. Также будет отделаться вот таким камнем. Вот красиво получается, дом как в старину, скажем так. Монтировали сверху колпак. Ну, там у нас 4 канала вентиляционных. И один канал, прямо труба канализационная, фановая по-другому. Это вентиляция нашей канализации. Вот, она тоже самая под колпаком. Ее отсюда не видно. Колпак такой неординарный. Без сетки, но специальный такой, чтобы воздух туда проникал и чтобы уходил. Параллельно, когда мы закончили крышу, мы начали забор без лицевого покамец. Забор старый был вот такого плана, вот кусок он остался у нас. Значит, начали делать вот такой забор. В чем секрет вот такого забора? Он состоит из труб, 57-я по диаметру труба. Значит, она забивается. Мы здесь ничего не лили, потому что если лить отдельно под столбы, надо их соединить лентой. Для такого забора не стоит этого делать, потому что они со временем начнут выпирать, если они не на глубину промерзания. Соответственно, мы их били прямо тупо кувалдой. После этого отрезается верхняя шляпка. При ударе она деформируется, металл отрезается, и все красится. Соответственно, прожилины металлические. Это профтруба 60 на 30. Вот она, видно, или здесь в торце. Вот она, 60 на 30. Значит, и что интересно, здесь нету никаких саморезов. Здесь идут болты мебельные, если заметьте,
они из нержавейки. То есть они не гниют, не ржавеют и так далее, и так далее. То есть мы просверлили дырки, ставили болты. У них с этой стороны шляпки нет. С той стороны гайка, она также из нержавейки. И вот такого плана. Они, соответственно, мы их не красили, потому что смысла нет их красить. Они и так красиво получаются. Сделали калитку. Покажу, как она открывается. Ну, давайте по низу пойдем. Значит, до калитки. Забор старый, это был вот этот вот зеленый, да? Да, да. Здесь прожилины вот были из такого материала, то есть 40 на 90 доска. Она вся гниет. Понятно, сейчас у нас все металл. Здесь у нас получится буквой П без лицевого забора доска хвоя. Это хорошая краска, плотная, специально для наружных работ. Добротная краска. 10 лет минимум надо забыть о покраске забора. Вот видите, как здесь краска как бы недорогая, и поэтому видно, что то там уже порой, да. Но что я хочу сказать, вот на лицевом заборе мы будем использовать лиственницу, то есть довольно-таки уже другой материал, не хвоя, потому что там хвоя, то есть там сосна, да, штакетник, сосна, там ель и так далее, это хвоя. Лиственница — это уже твердая порода дерева, мы в доме, она есть у нас, но она не обработана, то есть не покрашена, потому что мы в конечном итоге мы хотим забор начинать делать, когда уже фасад будет готов у нас. Ворота у нас будут распашные с приводами, и калитка вот прямо она будет здесь, на этом же месте калитка. И у нас получится 4 столба, они будут монолитные, с отделкой под камень, как и стены нашего дома. То есть столбы ворот и столбы калитки, они будут мощные, такие красивые, из камня. Только вот эта часть. Весь основной забор, соответственно, уже будет аналогичен тому забору. Единственное, что здесь будет везде лента монолитная. То есть столбы будут пробуриваться, будем делать сваи на глубину промерзания. И будут они все соединены лентой монолитной. Значит, будет использована вот такого плана камень. Он, во-первых, тяжелый, у него толщина от 2 до 4. Вот видите, это натуральный камень. Значит, его приготовили. Вот на такой сетке, видно, на такой сетке и клеем. Вот приготовили его, вот замки его, как бы, но он довольно-таки тяжелый камень. Вот он пойдет, это рядовой. Значит, он пойдет вот в этих местах, где у нас стена как бы ровная. А вот на откосы, сейчас я вам покажу, какой пойдет. Это угловые, вот они, элементы наши для угловых. Вот они, видите, да? Вот. Соответственно, каждый камень будет отпиливаться и будет примкнут к нашему откосу, то есть к коробке окна. Это надо вот с этой стороны. Ну, представляете, вот я наложил его, да, нам нужно вот эту часть ровно сделать, чтобы она примкнула, вот как эта часть, вот она должна закрыть немножко коробку. То есть она будет отпиливаться аккуратненько и будет прикладываться. То есть углы у нас вот так. Потом у нас также отлив будет. Отлив должен сюда, под низ коробки идти. Будет отлив металлический, как и на втором этаже. Значит, по поводу доски, то, что я вам сказал, которая пойдет, эта доска, она пойдет на лицевой забор. И она из лиственницы. То есть практически, мало того, что она плотное дерево, лиственница, практически она без сучков. То есть это экстра-класс, скажем так. Лиственница была выбрана для лицевого, потому что слишком дорого обошлось. Сейчас мы пойдем к заднему нашему забору. Здесь после этих дождей очень сыро, очень грязно. Ну вот мы подходим к нашей такой калитке, ее практически не видно, да? Вот, видно. Калитка, да, да, чтобы можно было. Она, кстати, здесь и была. Калитка другая была, вот. Ну, мы уже новую делали, поэтому вот она также закрывается. Все, она закрыта. Открываем, пожалуйста.
Как бы так. Значит, вот ребята сейчас выполняют монтаж вот этих реек, либо доску используют, там без разницы. Ну, это все временно, поэтому вот ребята перимет везде, вот им остается уже там завершить как бы. И потом уже после монтажа вот этих реек они начнут уже облицовку камнем. Три штуки регулирующих. Вот видите, они регулируются пластины и, скажем так, болт с резьбой, они массивные, вот видно, вот под горизонтальные опорные, вот там видно хорошо. Это регулирующие вот эти, они, когда дом дает усадку, особенно из пиломатериала, дает усадку, чтобы можно было подрегулировать там, если сильно дал усадку, можно там пару витками, гайкой подрегулировать по высоте. Везде фундамент утеплен, цоколь, скажем так, да и торец фундаментной плиты, где на контуре теплого дома утеплен пенополисеролом. То есть вот такой экструдированный пенополисерол, он бывает там от 3 до 100 миллиметров толщину, в данном случае здесь пятерка. Вот и многие спрашивают, что у нас здесь будет. А что будет? Я в двух словах объясню, чтобы вы поняли. Здесь будет костер, ну такой открытый костер. И здесь будут лежаки такие, где можно будет посидеть и любоваться природой, покурить. И на открытом вот таком костре посидеть, помозговать, как говорится. Поэтому здесь уже когда начнем отделку, вот тогда уже станет ясно. Мы сейчас поднимемся на второй этаж и там также будем рассказывать, что у нас произошло за это время. Пока у нас временная такая лестница, она также расположена на лестничном марше, скажем так, место, где будет лестница на второй этаж. Ну, лестница на второй этаж, скорее всего, будет металлическая, из нержавейки, и хромированный металл будет с последующей отделкой дерева. И вот по такой лестнице мы вот поднимаемся, здесь аккуратненько окно открыто, вот мы поднимаемся на второй этаж. Вот, находимся мы на втором этаже. Здесь отливы, которые они пойдут на первый этаж. Вот по поводу отлива, то, что монтировался. Вот он отлив. Он и полностью здесь проходит под периметру всего первого этажа на стыку со вторым этажом. Но он также здесь он использован как и для окон наших. Здесь у нас стены второго этажа полностью из клееного бруса. Но они еще не обработаны ничем, то есть без покраски, без ничего. Их тоже надо будет шлифануть, подготовить и, соответственно, покрасить. Могу сказать, единственное, вот по крыше, то есть, вернее, потолка второго этажа, вот если посмотреть, у нас она, крыша утеплена, здесь расположены два мансардных окошка, они будут с электроприводом, из-за того, что они слишком высоко находятся, здесь будет электропривод, который их и будет открывать. Значит, здесь потолки, так они и будут, скажем так, под уклоном, как они, крыша идет. Вот эти элементы, они все декорация, скажем так. Их просто от пыли надо будет убрать, а это все остается так. Короб. Тоже многие задаются вопросом, что это за короб. Он будет обшиваться также имитацией бруса. Либо гипсокартоном под покраску, либо какой-нибудь другой материал. Но здесь будут находиться у нас вентиляционные каналы для вентиляции, потому что будет рекуператор у нас. И в каждом помещении практически, особенно вот именно вот это помещение, чтобы хороший обмен воздуха с улицы в комнату, чтобы он был. Пройдемся вот здесь по комнатам. Ну, здесь вот одно помещение будет. Здесь у нас, по-моему, гардеробная. Здесь у нас будет санузел. Вот в таком помещении.
Там ванна еще будет? Да, будет ванна. Вот. Это у нас венканал. Соответственно, здесь он не штукатурит, то есть не отделывается камнем, как вот с выходом на крышу. Вот мы находимся сейчас на балконе, кстати. Это открытый, то есть, как вы видите, вот она так и будет. Правильно понимаю, балкон будет дальше открытый? Да, он открытый. Это окно из санузла. Вот. А не будет такого, что кто-то захотел сходить в санузел, а тут видно? Ну, будет шторы, скорее всего. Вот, это то, что подкручивается, если усаживается, да? Да, если дает усадку. И вот здесь тоже. То есть заказывается брусок, он ставится, вот это фиксируется. По сути, через год, полтора-два максимум, они дают усадку, и после этого один раз отрегулируешь, и все, уже забыл. Заказчик сам это делает? Ну, почему? Уже, по сути, полгода прошло, как мы подняли второй этаж. Поэтому вот остался год, как раз мы при завершении объекта выполним, если, опять же, дало усадку, мы выполним все эти регулировочные работы. Вот этот вот брус посреди пола, он... Это вообще снимется, это будет одно помещение большое. Это снимется. Ну, он шел по нижнему венцу, когда подмали второй этаж, но он потом отрезается, потому что финишный пол здесь будет подниматься от этой плиты будет на 10-11 сантиметров от высоты монолитной плиты. Вот и все. Вот пол будет вот по низу вот коробки дверной. Ну и также, соответственно, здесь. Вот на ним, потому что нижние окна они не открываются, открывается только вот эта часть. Вот, только вот эта часть открывается. А те глухие все. Как устанавливали окна? Как устанавливали? Да, вот. Ну, вот специальные такие, видно, оцинкованные пластины. Они крепятся к коробке изнутри. Вот, и здесь. Вот это потом она, когда отделка откоса выполняется, снимается, и она приклеится. Брус. Но это уже при отделке. А вот эта отдел... часть, как называется, это мембрана? Вот эта часть, парализационная мембрана. Как она называется? Параизоляционная мембрана. Колонны тоже будут обшиваться? Да, конечно. Колонны, как и на веранде, они тоже будут обшиваться. Ну, здесь сразу мы будем их обшивать на уровне вот этого. А так они везде, да, будут обшиваться. А чем будет покрыт пол? Это уже потом, потому что еще работа над дизайном идет. Я не могу еще знать, какой финишный материал будет. Но здесь я могу сказать, вот въездная группа перед гаражом будет брусчатка. Будет ли брусчатка внутри в гараже, я этого не могу сказать, потому что там можно переход. Здесь мы будем устанавливать по периметру лоток, водоприемник с решеткой, где вода, потому что здесь чуть уклон будет от дороги сюда, чтобы вода собиралась и обратно в канаву уходила. То есть эти работы мы будем делать непосредственно параллельно с лицевым забором. Какого материала сделана дверь вот эта гаражная? Как вы ее подбирали? Ну, это Алю Маркет, по-моему, называется фирма, которая устанавливает. Это не мы устанавливаем, это фирма. Фирма будет устанавливать, уже установила ворота гаражные и калитку с воротами, они также вот будут из такого же самого материала. А это будет автоматическая, да? А это они и есть автоматические. И ворота тоже автоматически будут открываться, распашные. Вот здесь скважина у нас находится. Вот она. Это кессон скважины. Вот дальше будет находиться сам септик. Ну, септик мы сейчас не можем установить, потому что мешает камень. Вот когда мы закончим облицовку дома, уже освободятся от материала, тогда и уже монтируем септик. А дома к септику уже проложена труба. Труба канализационная, она проложена где-то вот до сих пор. Дальше мы ее удлиняем, вот там будет септик, соответственно, вот как бы вот так. Здесь выведены уже кабеля и под калитку, питание для ворот. Ну, с той стороны тоже у нас. Все они из дома выходят сюда. Вот, скажем, в этой красной трубе идет кабель питания калитки и кабель для видеонаблюдения, то есть для вызывной панели, которая будет находиться на калитке. Как утепляли крышу? Из чего? Крыша утеплена минеральным утеплителем, толщина 200 мм.
использовали два слоя по 100 миллиметров. Соответственно, снизу несущая обрешетка с пароизоляционным материалом, с отражающим фольгой. Если вы заметили, там фольга внизу. Ну, здесь в гараже то же самое. Потому что здесь мы утепляли, если там на доме утепляли скат, а в гараже он идет горизонтально перекрытие. То есть в гараже по горизонту будет утеплена крыша. Она уже утеплена, скажем так. Вот отражающий материал, то есть чтобы тепло не уходило у нас в потолок или на чердак, или в саму крышу. Что это там такое посередине висит? А это привод. Если подсоединить, да, от пульта, они срабатывают. Что там? Все нормально? Пришли в той точке, да? Хорошо. Здесь весь периметр цоколя, он должен совпадать. Если мы начинаем вот отсюда, идем полностью по периметру, мы должны прийти в той же точке. То есть у нас горизонт ровный получается. Вот и ребята вот пришли уже к той точке, откуда они начинали. А дальше следующий шаг у нас какой? Они уже начали. Облицовка камнем, да. Могу еще добавить, давайте вот здесь по наружке кое-что тоже скажу, какой процесс в дальнейшем у нас будет. Значит, когда мы начнем лицевой забор, мы демонтируем площадку заезда, вот эту, полностью демонтируем. Эту площадку до калитки также демонтируем, и ту старую площадку тоже демонтируем. Там будут вторые ворота, но они будут также распашные, но они упрощенки, то есть упрощенные будут без привода открывания. Эти только будут с приводом открывания. Там будут упрощенные, да. Там тоже ворота будут, но они будут упрощенные. Что мы здесь планируем? Значит, после того, как мы полностью демонтируем бетонные все эти работы, значит, мы сюда, в эту канаву, очищаем и монтируем трубу дренажную диаметром, минимум здесь должно диаметром 500 быть. Часть трубы я могу вам показать у соседа. Вот она. Вот, пожалуйста, видно. И через него вода. Труба соседа. А мы также будем вот такую же самую трубу будем здесь прокладывать, потому что потом мы ее засыпем, и здесь будет газон, скажем так. То есть никакой канавы с водой и так далее не будет. Здесь фундамент забора, он будет иметь цоколь, то есть это будет монолитная лента, сваи на глубину промерзания, то есть будет возвышаться над уровнем грунта, чуть-чуть выше дороги будет. И будет уклон сюда на дорогу, потому что, возможно, дорогу еще потом, кто не знает, возможно, заасфальтирует там, или там добавит там крошку асфальтную или что-то, ну как бы вот так. Здесь у нас идет летний водопровод, вот эта труба, которая поверхностная, это летний водопровод. Это а это уже централизованная коммуникация от дома. Это красная будет интернет-кабель. Вот здесь силовой кабель на дом. Здесь идет 4 на 10 квадратов сечения, то есть такой мощный силовой кабель бронированный. Единственное, нам вот щиток почему-то поставили выше. Слишком высоко. Ну, как правило, он ниже должен быть. Вот везде даже он и там видно, что они ниже. Они где-то вот здесь щиток. Потому что мы, вот если щиток, вот видно, да, если брать, его не хватает до того, кто... Ну, нам поставили щиток, скорее всего, будут приезжать и опускать его ниже. Щитки, они вот, как бы вот, видно даже там щиток стоит. Вкратце о крыше. Пластмассовые такие штучки на скате. Это для того, чтобы крыша, она зазор между гидроизоляционным материалом и фанерой. Там прослойка есть, она составляет где-то порядка 6 сантиметров, то есть 60 миллиметров, чтобы она постоянно в воздух, чтобы она просушилась. Ну, а до начала самой кровли, вот если начинать снизу вверх, то ставится капельник, карнизная планка, потом рядовая, то есть первый ряд черепицы, и уже монтируется сразу уже сама черепица. Обратите внимание, что здесь у нас есть штучные снегозадержатели, потому что они бывают двух видов. Есть в виде труб, трубчатые, это штучные, то есть их
в хаотичном порядке тоже устанавливать непосредственно при монтаже самой кровли. Потому что там технология такая, монтируется одна штучка, сверху ложится уже сама гибкая черепица, чтобы закрыть место соединения. Ну а потом после этого устанавливается водосточная система. У нас в данном случае крюки, желоб, водосток вниз. Ну здесь вот водосточная система, если обратить внимание, она уже монтирована вниз. Эти места после отделки, до отделки, вернее, столбов монолитных стен, где будут камни, мы их аккуратненько демонтируем. Монтируем сначала лицевой облицовочный материал, в данном случае камень, и после этого уже монтируем обратно наш водосток. Вот камень на 4 сантиметра будет выступать. Соответственно, она уже упирается. Перед этим демонтируется водосток, вертикальная труба, она демонтируется полностью. Облицовывается со всех сторон уже сам столб облицовывается. И укорачивается, вот видите, да, там верхнее колено и нижнее колено. Вот между ними соединено кусок трубы, такой же самый. Вот просто отрезается и укорачивается. Если чем короче ее делать, соответственно, труба ближе к верхнему отводу приходит. Вот и все. Ну, дорогие ребята, все хорошо, но надо ехать на другой объект. Поэтому не забывайте ставить лайки и подписаться на наш канал. Удачи вам! На следующем объекте встретимся также.